Погода сегодня в Анкаре дождливая. Вот мы приехали в самую большую здешнюю мечеть. Здесь вот идет прощание. Тася, тихо. Ну, здесь похороны. Скромнее себя веди, девочка. Слушайте, ну, мне кажется, это самая большая из тех, что мы видели. Это больше, чем София, да? Больше, больше. Вы что? Пустим София. А свод какой. Я сейчас разглядывал Коран, который здесь на полке. Сделал фотографии, и ко мне подошел товарищ, говорит, ты, говорит, откуда? Я говорю, из России. Ты, говорит, мусульманин? Я говорю, нет. Но он говорит, смотри, говорит, Коран нужно трогать только чистыми руками. Ты понял, он мне сказал? Я говорю, да. Он говорит, хорошо. Здесь в самой большой мечети Анкары, новая мечеть достаточно, вот в женском туалете, все для того, чтобы помыть ноги. Сел, ножку поставил на подножку, помыл, в зеркальце посмотрелся. Красота!